8-го фестиваля конкурса национальной и патриотической песни «Мелодии детских сердец». Россия, ты великая держава, твои просторы бесконечно велики, на все века себя ты увенчала славой, и нет другого у тебя пути. Выступает лауреат международных российских конкурсов Валерия Зайцева. Песня о России. Oh!
16 на сцену выходит Анастасия Овчинникова, 18 лет. Летели 8. Большое спасибо Анастасии, но мы продолжаем программу. Анна Пяткина, коллектив «Румяные щечки». Анне 12 лет, исполню для вас композицию «Заиграй гармошка». Еще раз. Иди сюда. Сейчас мы небольшую техническую вещь сделаем. А вот теперь аплодисменты зрителей и наша музыкальная программа. Thank you.
программу. Веселые песни сменяются более серьезными, но такова стихия музыкальная. Она поет и исполняет музыку обо всем, что нас окружает, о радости, о грусти, веселье. И о очень серьезных темах тоже музыка говорит. Александра Елизарова, 19 лет, «Плач матери».